Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme C25s. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве поменять браузер по умолчанию. Итак, для начала нам нужно включить наши настройки, открыть их и найти пункт управления приложениями. Вот он. Он почти в самом низу, и здесь у нас есть приложение по умолчанию. Нажимаем и нажимаем на браузер, он самый первый. И теперь мы можем выбрать какой-нибудь браузер. Я выберу, наверное, Chrome. И, в принципе, это все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.